Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и дракон корень все еще у меня не получился. Так, 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 зато я вот этих гаденышей поймал. Шо, все? Ну, раз они исчезли, значит вы уже выполнили условия по их поимке, ребятки. Так, вот у меня комбинация очередная. Хотя это был у меня не дракон корень, это мне был, ё-моё, это мне был купидончик. Купидон, у меня тоже он, в общем-то, не получился. Так, ну а теперь у нас новый дракон недели. Это у нас дракончик Падающая Звезда, ребята. Редкий дракон, в общем, его пытаться я выводить особо не буду. Даже для его выведения нам нужен ультрафиолет плюс пыль. Как получить ультрафиолет? Это металл плюс радуга, либо энергия плюс ураган. А как получить пыль? Это земля плюс ветер или ветер плюс гейгер. Вот такие вот дела. Сила у него 61, огонь и камень стихии, и выводится он 10 часов. Вот так вот. В общем-то, с этим разобрались. Давайте глянем, что у меня же здесь по нашему событию. Так, собрать еду. Но, а, точно, у меня, помнится, так получилось, ребята, что еда, смотрите, осталось 1:08. А теперь посмотрите, сколько у меня еда. 1:05. У меня 3 минуты только, ребята. А успеть за 3 минуты. У меня вот такой вот девиз сегодняшнего дня. Так, кто-то у меня здесь готов? Нет, еще никто не готов. Еще никто не готов. Так что тогда идем. Сразу. Сразу идем куда надо. Там, там, там. Можно немножко пособирать. Пока что время еще есть. За час оно все заполнится. О, прокачалось. Прокачалось наше жилище. И погнали, погнали, погнали. Я нахожусь здесь на 6-м этапе. Ну, я без вас пока стараюсь не проходить. Так, что я сделал? Так или не так? Ну, на самом деле, без разницы. Я пошел сразу в ближайшие стороны. Я сходил вот направо и налево. А направо и налево все-таки было больше, по 2000. Прямо по пути было короче. То есть 1700, ребятки. Но это, опять же, ничего не говорит. Мы сейчас можем здесь проторчать. Еще и сходите направо и налево по 3500 по сторонам, я имею в виду. Так, бамбук со спящей пандой. Так, первый бой готов. Бой номер 2. Так, робоцып. Робоцып, которого мы качали с вами не так давно. Так, ну, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, печальку найдешь. Ладно, пойдем налево. Чё-то не фартит нам с первого раза найти. Да, я тут вообще хотя бы до какого уровня смогу дойти? До 8-го? У меня сколько, 10 тысяч очков было, да? Так, у нас мудрец. Дракон-мудрец. Сейчас мы тебя... Ух ты, ёшкин ты кот! Чё-то я не посмотрел, кто мне тут попался. Так, ты хилять тут посмел? Не смей. Так, я тут смотрю вообще на 10 уровень. Ну, тут сундуки, кстати, 3000, 3000, 5, 6, 5. Такие вот у нас сундуки. А мы тем временем прошли, это радует. Ага. То есть тупо 100% прошел этого подземелья, блин, не везет. Реально, я потратил вот реально лишних, получается, ну, сколько на этом подземелье? 10 тысяч лишних. А могло бы и повезти. Ну, что поделаешь. Thank you.
Ух ты, я такого дракона не видел. Дракон авокадо, стопудово. Первый раз вижу такого. Вот, чтобы очки валились, я бы вот это ходил себе по этим подземельям и призы собирал. Было бы вообще классно. Мимо. Да. Так, что, вернулись? Так, за ними мой банановый дух. Так, призрачный дракон, хватит кричать, Нед. Смотри, призрачный дух не хочет тебе навредить, ему нужна твоя монета удачи. Ой, как мило, думаю, он хочет подружиться, хочет пойти с нами, банановый дух, ура! Точно, ура, мы ж банановый дух выиграли. Это круто. Это круто. Так, седьмой этап. Вперед, храм Хоуи. Так, уже по-китайски я прям заговорил. Вот это да, он такой величественный и прекрасный. Да, такой же прекрасный, как и ты. Ха-ха, вот что он хотел сказать. Так, драконы, я тоже так думаю. Так. Ну, тут у нас все по-простому. Просто берем и идем. Я сильнее. Так. О, смотрю на восьмой этап. У нас тут 2700, 3500, 4300, 4500. Такие пироги. Печально, печально, ребятка, если нам не фартанет. Ну, на самом деле, тут по барабану. Это рекомендация идти по самому короткому пути. Но она такая. Как в лотерею сыграть. То, что я ходил коротким путем, да, вот на шестом этапе, никак не помогло. Пришлось пройти вообще весь путь. Да тут наоборот, наверное, надо идти как-то наугад, по середке, авось повезет. Так, здесь у меня опять слабая комбинация. Чем? Борзый? Я тоже так умею. Дракон мумий, кстати, мне он тоже есть, надо бы его вывести. Ура! Нашли монетку. Ария. В этом храме нам нужно быть очень осторожным, потому что этот дракон очень суров. Ария, подожди! 25 кристальчиков. Так. Этап номер 8. Храм Хоуи. Говорит, что он великолепный лучник. Лучник, ничего себе, никогда не видел дракона, стреляющего из лука. Думаешь, он нам покажет? Ну да, покажет. Пуканчики вам подожжет. Так, а с кем это мы здесь сражаемся? Так, у нас вот такой вот набор. Я бы предпочел вот так вот сделать. Вот так вот. Так, дракон, ракушка. Хотя надо было атаковать немножко не так. Ух ты, я его ошарашил. Тут уже без разницы. Ничего себе, архангела моего. За что? Архангел Миха.
Так. Ну чё, идем. Потом нужно идти нам, ребятки, знаете куда? Вот сюда. Вот сюда самый короткий сундук получается. Вот туда, потом сюда. Так, вот нарушители, о которых я говорил о тебе, они твоя цель. Так. Мы пронзим ложь Эльзы в хорошей битве. Что-то не понял, что они, что тут имелось в виду. Больно, это было больно. Так, забрал таки осень, гаденыш, ну ладно. Мы победили. Так, Элиза рискует расстраивая божественных драконов. Что если они обратятся против нее? Да, будет то же самое, что и с нами. Она им наваляет и убежит. Так, говорят, стрела от лука недалеко падает. Яблоко от яблони. Если она похожа на своего брата черновикинга, то ей плевать на риск. Вперед! Так, у меня 5000 очков. Ну, я смогу сходить на 2700 и все. Пока что. Мимо. Готово. Ладно, схожу сюда. Мне все равно не хватит, как бы, после того, как я схожу на 2700, ничего не хватит, схожу сюда. Какая разница? Прикольный дракончик. Выживет, гаденыш. Хоть так, хоть так. О, вот этого я могу снять сразу. А, снял волка. Круто. Ну, такое. Ладно, идем сразу дальше в битву. Немедля. Так, стоять, не так. Ну так, а чё мне, я могу тигра взять? Чё мне тут подсовывают всякую ягодку непрокачанную, если у меня есть тигр? Ух ты, прикольно, механический баранчик. Так, сколько там очков? Очков мало. Прикольный дракон тотем. Ну, чуть-чуть нам не хватает, ребятки. Буквально последних два хода. 474, потом 496 и 600. Ну, как ни крути, а 1500 еще надо, чтобы сделать вот эти вот пару шажочков. Вот такие дела. Ну, вот еду я соберу скоро. Но это мне тоже всего лишь на один шаг поможет продвинуться. Так что, на этом тогда, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.